В столице проходит 20-е заседание Координационного совета по рекламе при Межгосударственном совете по антимонопольной политике СНГ. Ташкент стал центром столь значимого события уже во второй раз. Предусмотрено проведение ряда мероприятий, среди которых и Международный форум «Медиа, реклама и современные технологии». Которая занимается управлением контролем. О значимости данного форума говорит солидный список ведущих экспертов, представителей таких стран, как Армения, Республика Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Россия и Узбекистан. Главным лейтмотивом этого юбилейного заседания стало обсуждение актуальных вопросов государственного регулирования рекламного рынка. Более того, участники форума акцентировали внимание на нововведениях правоприменительной практики в области соблюдения рекламного законодательства в государствах-участниках СНГ. Обсуждены вопросы, связанные с саморегулированием, с теми изменениями, которые произошли в странах за прошедший год. Мы надеемся, что тот опыт, который мы поделились друг с другом, будет ретранслирован в каждую из стран. И, собственно, это одна из основных наших задач – создавать условия для развития бизнеса и создавать возможности, чтобы бизнес себя комфортно чувствовал в каждой из наших стран, когда он принимает решение развиваться дальше. Говоря о задачах Координационного совета, то они в первую очередь направлены на пропаганду здорового образа жизни, борьбу с терроризмом, решение вопросов этики и нравственности, развитие межгосударственных отношений в рекламной сфере. В ходе заседания обсудили также и такие проблемы, как достоверность рекламы. Реклама недостоверного характера, неэтичная реклама, естественно, она везде присутствует. Мы, как контролирующий орган, как государственный орган в сфере рекламы, Госкомконкуренция осуществляет мониторинг, осуществляет изучение размещаемых реклам в средствах массовой информации, на телевидении, радио, внешней рекламы. Стараемся мониторить интернет. Нужно отметить о том, что все-таки та реклама, которая имеет большой успех за рубежом, она не может быть таким же успехом, потому что все-таки Узбекистан – это восточная страна, у нас имеется свой закон и свой менталитет. Страны СНГ в этом плане, мы схожи, мы похожи, и некоторые наши статьи закона рекламы схожи. И поэтому мы стараемся, чтобы этот закон мы совершенствуем, потому что, естественно, рынок расширяется. И мы стараемся это все вместе решить, и чтобы потребители наши получали достоверную, хорошую и качественную рекламу. Кроме того, сегодня же в рамках 3-го Ташкентского международного форума в Международном Вестминстерском университете были проведены заседания на темы медиа, реклама и современные технологии, фокус на образование молодежи и условия развития бизнеса в данной сфере, а также образовательные мастер-классы для молодых людей. В программе 2-го дня форума запланировано обсуждение актуальных вопросов касательно регулирования размещения внешней рекламы с участием представителей стран, прибывших на заседание Координационного совета.